Вместо мегаполиса – сельская жизнь. После учебы в институте Аделя Наркова вернулась в родной поселок Горьковский в Красноярском районе. Поднимать вместе с бабушкой Минессой Садыковой и своими родными фермерское хозяйство. Говорит, хотелось быть ближе к природе, работать на благо людей. Сейчас в хозяйстве несколько молочных коров, лошади, козы, овцы. Сегодня Аделя вместе с бабушкой приехала отпраздновать татарский праздник Сембеле. Все люди, которые занимаются одним делом, сельское хозяйство, и оно как бы... Сейчас оно развивается, мне кажется, на мой взгляд, и молодых тоже фермеров становится, ну, становится побольше, чем раньше. И все-таки как бы все друг другу должны помогать. Сембеле – это символ окончания полевой страды. В этот день татарские общины собираются для того, чтобы чествовать лучших работников сельского хозяйства. В программе большой праздничный концерт и мастер-классы для детей. Организаторы и участники праздника говорят, такие события помогают и сохранять традиции, и объединять всех тех, кто работает на земле. Мы отмечаем действительно очень высокую заинтересованность участников нашей общины в общественной жизни, сельскохозяйственной жизни. Это мы видим по количеству заявителей на гранты в малых формах хозяйствования. Это мы видим по тому, как мы отмечаем действительно тех тружеников, которые добиваются больших результатов. Отрадно то, что праздник носит ярко выраженный консолидирующий характер. И здесь сегодня большое количество детей. На этот праздник приходят семьями. Таким образом сохраняется язык, культура, традиции татарского народа. Одна из главнейших, как говорится, работ в нашей стране. Благодаря им, ихнему труду, у нас есть на столе хлеб, продукты питания. За это им, конечно, вот была большая благодарность. Лучших аграриев наградили почетными грамотами. Андрей Горгуленко, Семен Безгинов, Константин Головин. События.